Чтобы снять фиолетовые печати в тюрьме, нужно убить босса возле алтаря, верхняя часть пагоды. Босс меня подбесил, так что в файте много мата. Сорян. Ох уж эти боссы съебыши. Отлично. Это был бы самый быстрый трай сейчас. Да все, иди нахуй, блядь, дай ударю. Не, ну да, тут они мастера, я не знаю. Вроде не особо сложные боссы. Все с пары траев ложатся, там даже это там три трая примерно. Иногда фёст трайные боссы. Но они так бесят. За эти три трая они тебя, блядь, доведут до такого. Настолько мерзких боссов, блядь, придумать их. Это я не знаю, как надо постараться. Иди нахер от меня, блядь. Я не вижу, где я вообще. Где моя макака ёбаная? Надо было просто в центре подпрыгнуть. Больно. Это еще что? Не выпадаю, да? И это не помогает. Чел, спустись. Ебануться. Да я нажимаю, блин. Все. Да что это меня еще ёбнуло-то? На.